Господа, всем привет, здравствуйте. Мы тут коллективно дейлики делаем. Заметили немножко интересную вещицу. Вот, значится, маг 110 уровня в состоянии убийцы. Ну, вот на нем марочка висит. Это Вульпера, маг, у него облик измененный. У него служение на золото баф имеется. И больше бафов у него в целом никаких нет. Мы его бьем, пинаем, условно, как манекен. У него одна единица ХП уже в течение, ну, наверное, минут двух. То есть, неужто мои тики-тот не могут его пробить? Я немножко в панике из-за всего вот этого происходящего. Вдумайтесь, если таких магов будет, ну, штук 10, и они будут убивать вас на локальных заданиях. Опсик, твое мнение? Я в ахуе. Понимаю. Ну, ты матершинник. Мог бы и культурно выразиться, конечно. Я в шоке. Вот я тоже примерно так же. Нет, а как так-то? Почему? Что с ним происходит вообще? Серьезно, мы не можем его убить. Сколько нас бегает? Ну, человек 5. Просто пинаем его как манекен, и он нас особо напинать не может. Я сомневаюсь, то, что он 110-го левела. На нем уже 4 звезды, мы их настакалось. А, никнейм прекрасный. Тесты. То есть он реально что-то тестирует. У меня есть такое ощущение. Окей. Я думаю, ближайшие его тесты будут в течение 6 месяцев находиться в блокировке. Как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья. Не повторяйте ошибки данного мага. Да, Опсик? Угу. Никогда в жизни.